Усиление контроля за извозчиками, которые катают детей на лошадях в городских парках, принесло свои плоды. Сегодня полицейские и сотрудники администрации вышли проверить Цветной бульвар, однако предпринимателей там не оказалось. Для того, чтобы разместить такой аттракцион в общественном месте, необходимо разрешение от администрации и ветеринарные справки на животных. Еженедельно у нас проводятся рейды с администрацией города Тюмени. Выходим непосредственно на место, где дислоцируются данные люди с лошадьми или либо с понями. Естественно, составляем административный протокол и потихоньку выпроваживаем с площадей. Напомню, в апреле в сквере депутатов произошел вопиющий случай. Пьяный извозчик не смог удержать лошадь, и повозка перевернулась. В итоге пострадала 2-летняя девочка.